Итак, мои хорошие, мы остановились на трех постулатах. И во сне, и наяву вы спите. И сновидение, и реальность – это движение кадра. Движением кадра можно управлять, но вы этого не делаете. Вы не управляете ни своими глупыми сновидениями, ни своей жалкой жизнью. Во-первых, потому что спите. А во-вторых, потому что не знаете, что это возможно. Начнем с простейшего. Что такое сон? Помните, я говорила, что вас произвели на свет, а инструкцию по эксплуатации себя не выдали. Так вот, у вас имеется два экрана. Внутренний и внешний. А еще у вас есть внимание. Оно всегда либо внутри, либо снаружи. И очень редко, когда посередине. Поэтому вы постоянно спите. Когда вы находитесь в своих размышлениях, ваше внимание целиком погружено во внутренний экран. Вы можете не замечать происходящего вокруг и действуете на автомате. И напротив, когда ваше внимание занято чем-то внешним, вы себя забываете и снова можете действовать безотчетно. Вот это и есть сон. Безотчетное состояние, в котором ваше внимание погружено либо во внешний, либо во внутренний экран. В таком состоянии вы беспомощны и не контролируете ни себя, ни происходящее с вами. В этом смысле сон и сновидение не одно и то же. Сон – это ваше анабиозное состояние. Сновидение – это то, что вам снится. В пространстве сновидений, либо в реальном пространстве. А вот реальность и сновидение, по сути, одинаковы. Реальность вам тоже снится. Реальность – это сновидение. А сновидение – это реальность. Почему? Скоро поймете. Теперь инструкция. Для того, чтобы проснуться во сне или наяву, необходимо вытащить внимание из внешнего либо внутреннего экрана и переместить его в центр сознания. Вы способны это сделать легко. Щелкните пальцами возле носа, где вы только что были. Летали далеко в своих мечтах или во все глаза любовались мной, такой великолепной. Куда было погружено ваше внимание? В какой экран? А где оно сейчас? Найдите среднюю точку между экранами. Из этой точки вы можете наблюдать одновременно и за своими мыслями, и за тем, что с вами происходит. Вы можете видеть окружающую вас реальность и себя в этой реальности. Вам ничто не мешает смотреть на оба экрана одновременно. Вы это умеете. Просто вам никто никогда не говорил, что так можно. А вы сами никогда не задумывались, зачем это нужно. Взрослые вам велели: смотри сюда, слушай меня, делай, что я тебе говорю. Так вас приучали фиксировать внимание на внешнем экране. А когда у вас что-то не получалось, вы впадали в уныние и оставались наедине со своими нерадостными мыслями о том, что вы такие маленькие, беспомощные и несчастные. Так вы сами себя приучали к экрану внутреннему, своему единственному убежищу. Постепенно ваше внимание привыкло прилипать к одному либо к другому экрану, не останавливаясь посередине. В конечном итоге вы совсем перестали управлять вниманием. Оно вам не подчиняется, а плавает произвольно,
Вы постоянно проваливаетесь в бессознательное состояние. В таком состоянии вы не способны действовать эффективно. Вас могут обмануть, обидеть, испугать, обокрасть и даже побить. А вы не сможете достойно ответить. Вы постоянно боретесь с внутренними комплексами. Зависите от внешних обстоятельств и гоняетесь за удачей. А знаете, кто гоняется за удачей? Неудачники. Неудачники – это вы. Потому что ваша эффективность в бессознательном состоянии не превышает 5-10%. Ладно, ладно, не плачьте, мои жалкенькие. Все можно исправить. Я расскажу, как.